gotta take a risk for your biggest wish to come. It's a badass Kushgar Colossal, we coming through and we hostile. 47 deep, so hey, things getting toppled. Showtime, nigga, worth the James Worthy goggles. Everybody's fucked like a high-priced brothel. You can't out-hustle a hustler, so don't try to. Worth the steezy, the tactic is still survival. Fuck humble, nigga, ride on your rivals. The hoes wanna hang like my Pico toggles. Guess who's bizarre? Всем привет, с вами Михаил Пашков, и это новый проект. Я приехал в один из наших столичных парков города Ташкента. То есть вы видите, он вот такой вот весь зеленый, яркий. Весна, все деревья уже озеленились. Парк подготавливают уже к сезону, потому что скоро будет открытие. И я приехал рисовать в аквапарк. Здесь открытый бассейн, постоянно всякие тусовки, то есть парк называется Лимпопо. Этот открытый бассейн называется Лимпопо, где я буду рисовать. Парк перестраивают, делают намного круче. Задача стоит сделать вот эту стену намного круче. Сделать из этой стены просто невероятно бомбическую такую штуку. Ну, что-то типа пресс-вола, где люди будут фотографироваться. А вот это вот дерево его будут выкапывать. Ну и пересаживать, не знаю, приживется, нет. Но это нужно сделать, потому что он будет закрывать просто. Приехал, это моя барахлишка. Как всегда, много краски, грунтовки и так далее. В дальнейшем видео вы увидите, как рождается этот рисунок, как будет преображаться этот парк. То есть, не обходится без музыки, компрессор, мои краскопули и очень много краски. Просто очень много краски. А вот эта стена. Для того, чтобы начать на ней рисовать, ее сначала нужно загрунтовать полностью, чтобы уменьшить впитываемость краски и улучшить сцепляемость краски с поверхностью, вот с этим кирпичом. В дальнейшем начнется разметка. Рисунка примерно, заливка фона. All across the globe, my name ring. Airport, customs, walking through chain swing. You could tell I'm doing my damn thing. Итак, наша стена уже загрунтована и готова к тому, чтобы мы могли наносить на нее наш фон, наносить краску. Будем делать очень яркий фон, чтобы он был невероятно круто и привлекал издалека внимание людей сразу, чтобы они хотели подойти и пофотографироваться на этой стене, потому что многие не понимают, но уличное искусство, когда ты его применяешь в каком-нибудь заведении, либо парке, да неважно где, оно всегда привлекает внимание людей, вызывает интерес у людей, и людям хочется сфотографироваться на фоне такой работы. It's a badass Kushgar Colossal, we coming through and we hostile. 47 deep, so hey, things getting toppled. Showtime, nigga, worth the James Worthy goggles. Everybody's fucked like a high-priced brothel. You can't out-hustle a hustler, so don't try to. Worth the steezy, the tactic is still survival. Fuck humble, nigga, ride on your rivals. The hoes wanna hang like my Pico toggles. Guess who's bizarre? Smokey and I'm here with the pack. After this, you gon' need you a nap. They throw shots, we don't even react. Like I ain't got Pedro on payroll to take care of that. Set it out, where it's at. Nigga flow ain't. Ну, в общем, вот что у нас получается. Фон залит, какие-то цвета в дальнейшем будут добавляться, чтобы это все было намного круче. Завтра этого дерева здесь, наверное, не будет, потому что оно мешает и будет закрывать этот вид. Ну вот и нету дерева, пересадили. А я тем временем накидал то, что будет нарисовано, то есть это девушка и Volkswagen с серфом. Ну то есть такая серферская, наверное, немного история. Сегодня я приступлю к работе над этой девушкой. Я хочу ее сделать как можно круче, чтобы она выглядела обалденно. Сегодняшний день рассчитан на то, чтобы проработать полностью вот эту всю девушку и сделать просто конфетку из нее. Буквально какое-то мгновение, и вот уже начинает вырисовываться наша замечательная дама. Я невероятно доволен, на самом деле. Все мои последние проекты, которые рисовал, я был, ну, не сказать, что прям так на 100% доволен, но сейчас меня переполняет... Блин, я же заплетаюсь, у меня такие чувства. Короче, я поднял свой уровень. Это не закончено, но смотрите. То есть я давно стремился к этому, чтобы начать рисовать вот именно так. Но вот это вообще
просто круто. Невероятно. Невероятный день тем, что я просто сегодня... Я сегодня превзошел сам себя. И вот так вот на данный момент она выглядит. Это девушка. То есть я ее закончил. Ну, там ее чуть немножко надо подправить. Завтра я буду делать вот этот вак. Он должен тоже получиться невероятно крутым. Новый день. И сегодня я начал работу над Volkswagen. То есть за сегодняшний день я должен сделать вот этот вот автобус. И останется только сделать задний фон потом. И в принципе в целом будет закончено. Ну вот я и закончил в принципе эту стену. Получилось довольно-таки недурно. Получилось даже намного круче того, что я ожидал увидеть на самом деле. Я превзошел себя, и я очень рад этому, то что я вырос в своем деле. Like I ain't got Pedro on payroll to take care that. Set it out where it's at. Nigga flow ain't tack. The bag heavy scale off way back. Light years ahead of niggas. Ну а этот выпуск закончен. Подписывайтесь на мой канал. В следующем выпуске я буду рисовать также в этом же парке. В этом же открытом летнем бассейне есть бар. И за баром я буду рисовать, ну, что-то примерно в таком же стиле. Пальмы, закат, Майами. Всем пока.